Здравствуйте, я Бостя Аделажа, ведущая передачи «Мир женщины». Огромное вам спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. И я вам скажу, вы не пожалеете, потому что у нас гость Елена Зевулка, и мы очень много исчерпываем из ее жизни. Хорошо, мы идем дальше. Вы уже немножко тронули, вы сказали, что вы занимаетесь социальным служением, и, в принципе, это одно из вашей визитной карточки. Расскажите нам, вы всегда хотели заниматься социальным служением? Как вообще у вас оно получается? Все врачи так, да, занимаются социальным служением? Или чем, ну, откуда такая особенность, что большая нагрузка на работе, вы там помогаете людям, потом вы находите время заниматься благотворительностью, социальной. Ну, откуда у вас такая мечта? Что, как? У меня раньше не было такой мечты, я была как все люди. Но я хожу в христианскую церковь, да, посольство Божие. И, конечно, наш пастор, пастор Сандей, и вы, пастор Бося, то есть вы нас учите, и спасибо вам огромное, занимать активную гражданскую позицию. То есть вы нас научили любить нашу страну, любить наш народ и действительно являть Бога, являть христианство в действии. То есть практически, как оно есть. И, конечно, человек не может быть христианином, если он просто там ходит в церковь, и он закрывает свое сердце от тех проблем, которые мучают его народ, да, его страну. И это не воля Божья. И большое вам спасибо, то есть я вот благодарна вам, что вы настолько изменили наши ценности, наше мышление, наше понимание Бога, наше понимание людей вообще в нашей стране, привили нам сострадание, привили желание им помогать. И, конечно, я знаю, что очень много людей в нашей церкви, они открыли свои общественные организации, они взяли проблемы Украины на себя, очень много проблем. И каждый решает там, где он компетентен, какую-то проблему. Точно так же я со своей командой, то есть мы подумали, сели, мы увидели, что мы можем это помочь, мы можем организовать, и мы стали это делать, вот, занимать активную гражданскую позицию, чтобы помочь людям, помогать людям, и благотворительность, помогать власть, да, вашими знаниями, вашими ресурсами. Да, властям Украины, потому что, к сожалению, власти, они не справляются с таким количеством колоссальных проблем, и мы им помогаем их решать. Да, и я думаю, что власть уже рассчитывает на то, что народ, который выбрали ее, будет помогать, потому что одна власть, ну, да, есть большой ресурс, да, но все равно без людей, ну, этот ресурс, оно не даст ожидаемого результата. Поэтому это очень важно. Кроме того, то, что вы мерите давление, еще у вас есть какое-то другое направление социальное? Да, мы организовали клуб, делаем субботники также. Мы делаем большую общественную деятельность, клуб здорового образа жизни. То есть те люди, которые у нас меряли давление, они оставили свои координаты, данные, и они дальше хотели с нами сотрудничать, мы их приглашаем на клуб. И они с удовольствием приходят, где мы очень много им рассказываем о здоровом образе жизни. И, по-моему, заботимся. Даже некоторые, кому вы мерили давление, они помогают вам в акции, да, когда вы делаете подобные тоже акции, да, они уже приходят, помогают, да, вам. Да, у нас очень много волонтеров, они неверующие, они не ходят в церковь, но они с удовольствием ходят к нам на все акции, они с нами общаются, дружат, им очень нравится. Потому что они, наверное, никогда не видели таких позитивных, положительных, нормальных людей. Что мы им рассказываем, что мы из церкви приглашаем, но почему-то они не очень хотят, но дружить они хотят, нравится, потому что, наверное, в мире это редкость, чтобы вот, ну, люди были положительные, позитивные, вели хороший образ жизни и не использовали их как-то. То есть они видят какие-то положительные качества, им очень нравится. То есть они приходят всегда. Даже на субботники, то есть даже вот на все. Великолепно. Спасибо вам, Елена, что вы были с нами сегодня. И, дорогие телезрители, и вам тоже спасибо, что вы были с нами сегодня. Я не сомневаюсь, что вы много взяли для себя. И мы еще будем продолжать эту передачу. Но следите за расписанием. Оставайтесь с нами.